Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как совершить сброс настроек через Factory Mod, то есть Master Reset, на устройстве Dugi S50. Для этого вам нужно выключить устройство. Удерживаем кнопку включения, выбираем пункт «Включить питание», «Окей», ждем полного отключения устройства. Затем удерживаем комбинацию клавиш, кнопка включения и кнопка громкости вниз. Как только лого компании появляется, отпускаем кнопку включения и продолжаем держать кнопку громкости вниз. Оказываемся в меню Factory Mode. Чтобы перемещаться по меню Factory Mode, используйте кнопку громкости вниз. Выберите последний пункт English Factory при помощи кнопки включения. Язык изменился на английский. И затем нужно выбрать пункт Clear EMMC. Форматирует телефон. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.